Так, здравствуйте всем. Видео будет на русском и узбекском. Салам алейкум, ахмаге. Видео узбекча и русча узбекча, брата. Давайте сегодня поговорим о том, почему судья не дал указ, чтобы рассматривать, а дал указ просто, чтобы резервировать. Я так считаю, потому что он за иммигрантов. Он хочет дать вам больше шансов. Какой смысл сейчас ему сказать, давайте рассматривайте, да, вы получите визу сейчас, а Дональд Трамп потом прокламацию продлит. Он, я так думаю, он это все имеет в виду, поэтому, наверное, он ближе к декабрю, может, ноябрю, да, ну, смотря кто будет президентом. Тогда он сделает свой указ. Тогда это будет, знаете, разумно. Почему нам виза нужна сейчас, которая, да, в марте, срок ее истекет, да? Поэтому он сейчас специально так делает, чтобы время, да, время резервировать, чтобы потом, да, дальше, чтобы визу начали рассматривать, чтобы у нас, у мигрантов, было больше времени. Вдруг, если Трамп переизберется, да, или он продлит свою прокламацию. Я надеюсь, не запутал никого. Потому что если сейчас везете, возьмете визу, да, получается, она только действительно 6 месяцев. А Трамп придет ее опять на 6 месяцев, да, продлит прокламацию. Тогда уже шансов вообще не будет. Да, почти не будет. Поэтому, я думаю, он это специально делает, да, чтобы он тянет время, чтобы нам дать больше шанса, чтобы мы попали в США. Да, чтобы прокламация на нас не действовала. Если даже он будет президентом, если даже он продлит, чтобы у нас было больше времени, да, и судиться, и попасть в Америку. Это первое. Потом второе, это вот 9095 виз. Вот мы все считаем, как будто, как мы считаем, кто получит эти визы. Да, истцы, те, другие. И мы считаем, сколько истцов, сколько там, не знаю, не истцов, сколько там в посольстве. Да, это все правильно, но это не значит, что все 9000, первые 9000 получат визу. Обычно статистика какая? Около 30% или половину визу не получают по иным или тем причинам. Поэтому не думаю, что вот эти первые 9 тысяч все прям как иголочка, да, получат визу. Нет. Даже если люди участвуют в суде, это не значит, что у них там есть, да, это рога или там у них что-то особенное. Нет, они как все идут в консульство. Если у них что-то не то с документами, или что-то не понравилось консулу, да, что-то вне инструкции, они получат отказ. Независимо, кто вы. У вас судья, и у вас адвокат, не адвокат, истец, не истец. Поэтому вот 9 тысяч человек, это, да, у них будет шанс, да, пойти в интервью, но это не гарантия, что они получат визу. Поэтому люди, у которых нету адвоката, да, нету, да, не чувствуют никакого миски, не думайте, что вот эти люди, которые 9 тысяч, прям все получат визу первые. 30%, 40%, может 50% не получат. Это статистика, каждый год так. Да? Поэтому так, все. Опять, да, округлим. Мехта хочет нам помочь, поэтому он тянет время, чтобы у нас было больше времени и судиться, и перепрыгнуть прокламацию. 9 тысяч виз. Не все первые получат. Там будут отказы. Так что не теряйте надежду. Все, теперь на узбекском. Узбекча айтаман. Немаге мехта, ман бу конунны чыкардыю, немаге факат резервация кылыңла деди, сакланыңла деди, лекин көрүп чыкылмасын деп конунны чыкармады. Чунки ула бизге да иммигрантларга шанс бермокчу, чтоб бизанын вактыбыз көп болсун. Чунки хозыр виза алганларыңыз билан прокламация бар. У визаңыз 6 айга. 6 айга чыгып Америка кириш керек. А мына эртеге президент Трамп, яна президент болса, у яна чөздүрүшү мүмкүн. Яна чөздүрүлсө неме болот? Визаларын куяды. Куядымы? Кейин яна виза ала аласыңарбы? Аласыңарбы? Алмайсыңарбы? Худо билет. Шунун үчүн мен деймин ки мехта şu нерселерди ойлоп туруп, уже главный асосу виза сакланды. Виза берилди. Энди гапыны gapini kechroq olishga, чтобы bizaga ko'proq vaqt bo'lsin. Proklamatsiyani ikkinchi proklamatsiya qilsa ham, undan ham ko'p bizga vaqtimiz bo'lsin. Shuning uchun u shuna qilyapti deb men o'ylayman. Chunki u shuning uchun boshdan o'zi vizani berdi. Vizani bergani endi bekora ketmasin Zoyaga. Shuning uchun uni o'ylab ish qilyapti.
хоза берган, хоза сла виза олганлары у нархи бир тин. Нархи бир тин, хозирги. Чунки келомисилар. Шунчу у мехта специально шуна қилибди, атайлаб вақти чўзяпти, кечроқ визани олиб, кечроқ визани олсангиз вақтингиз кўпроқ бўлади Америка келишга. Шунинг учун. Энди иккинчи масала, 9095 та виза ўйлайапсизлар. Ҳажо ким судга қатнашган ёки ким мана бу APчилар, ким чақирмаган, ман шулар биринчи дедим. Lekin to'g'ri shular birinchi, lekin bular hammasi viza oladi degan emas. O'zi statistika bo'yicha 30-40-50% odamlar viza olmaydi. Shuning uchun mana bu odam advokati bormi, sudga qatnashganmi, suhbatga borganda u hech qanaqa rol o'ynamaydi. Uni bironta xato topdimi, atkaz oladi. Men uveren ishtaman, shu 9000 tana hamma 9000 ta odam chaqirdimi, hammasi olmaydi. Yarmiga yaqin olmaydi. Визаны керек болса 30% олмайды. Лекин хаммасы олмайды. Шунинг учун бу гапим билан нима демоқчиман? Хамманинг шанси бор. Хамманинг шанси бор. Хамманинг мана кейсим унақа ёки мана адвокатим йўқ деб ўйламанглар. Ҳаммада шанс бор. Ниятни яхши қилинглар. Бу сафар айтгандим, яхши ният ярим давлат. Хўп, раҳмат ҳамага. Комментларни қўйинглар. Савол бераман. Эй, жавоб бераман. Вақт хўп. Кунларингиз яхши ўтсин.